Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня в эфире Геннадий и его будущая жена Оксана. Вот 15 декабря у нас состоится свадьба. Всех желающих приглашаем в горячий ключ. Геннадий, ты же не удивляешься, да, если я кого-то там приглашу, там туда-сюда? Николай звонит. Вот. Что за Николай? Я знаю этого. Извините, нам звонит Николай в эфир. Сейчас узнаем, что он хочет. Друзья, всем привет. Сейчас мы хотим поиграть в игру, которая называется «Неизвестный абонент». Очень давно видели ее в интернете, решили приобрести и посмотреть, что это такое. Итак, игра представляет собой карточки. Вот эта часть идет входящие смски, а вот эта часть идет ответы. И мы будем играть, когда не встречаем вас. Мы начинаем написать карточки с входящими сообщениями, абонент достает ответ, мы читаем. Если мы прикладываем, все нет, мы хихикаем. И дальше абонент дает карточку с следующим сообщением. Далее уже я отвечаю и достаю карточку с следующим сообщением. И так далее по очереди. В общем, мы прослушали много скучной информации. Приступаем к действиям. Ну что, поехали. Ты начинаешь или... Давай, подожди. Раз. Раз, два, три. Фу. Ну все, я начинаю. Мы расстаемся. Меня пригласили на проект «Холостяк». Я в пробке. Начни пока без меня. Ну, примерно 2 балла из 5. Ой, 2 вопроса и нет ответов. Ну ты дал жару вчера. От тебя все были в шоке. Я бы хотел повторить, но боюсь, что моя жена будет против. Ну и дура. Я повторю. А хочешь, я скину тебе свои голые фотки? Ты сам этого хотел. Теперь встречай меня. Ну да, что-то пока не очень смешно. Вообще тут смеяться, плакать надо. Я в суде, ты можешь оплатить мне адвоката? Было бы уместно, если ты был бы одетый. Ха-ха-ха. Шутки. Я заказала пиццу с ананасом. Приедешь? Окей, без проблем. Но я в тюрьме. Ты обхохочешься. Оборвешься. Это мама Вадика. Почему у него на шее засос? Жаль, что я ничего не помню. Ох ты ж собака сутулая. Мам, зачем ты зарегистрировала меня в Одноклассниках? А вы точно психолог? А помнишь, как мы от охранников в торговом центре убегали? Мне неудобно писать. Я пока занимаюсь сексом. Ну да, блин. Вот такая вот игра, кстати, ребят. Когда вернешь долг? Любишь мне долг, люби холодок. Я хочу что-то большее, чем просто секс. Простите, но это как-то не педагогично. Ну простите, уж так захотелось. Как насчет секса без обязательств? Мама, это моя личная жизнь. Что ты пишешь мне? Извращенка. Мама. Не мама, а папа. Папа, какая разница. Оль, помнишь? У нее, оказывается, сифилис. Хорошо, хоть руки помыл. И жопу надо было. И не только. Если я скажу, что я гомосексуалист, ты сильно обидишься? Что тобой били? Это скритл стрянка. Это, наверное, гомострянка. Делаю сейчас тест на беременность. Из тебя получился бы отличный отец. Это прикол такой, не пойму. Да, обожаться. Это прям из жизни история. Встречаемся на нашем месте в то же время. Это участковый. Какое это имеет отношение к делу? Попадал. Скажи честно, ты меня разлюбил? Была бы ты постарше, я бы тебе дал. А так...
Молодость зелена. А молоденьким не даю. Так. Прямо сейчас мне в дверь своим рогом стучится олень. Что делать? Как хорошо, что ты попал в больницу. Ты в надежных руках. Наконец-то. Мне не хватает любви и ласки. Ты же сказала, что все проверила. Ну я проверила, а там не хватает. А там не хватает, да, да. Чуть-чуть не хватило. Думаю, что нам с тобой лучше сегодня напиться. Интересно, подкат. Засчитано. Ты худший любовник в мире. Я хочу, чтобы ты прикусила мне ушко и сказала это нежно в глаза. Ты худший любовник в мире. Давно наблюдаю за тобой и хочу пригласить тебя в кино. А водка вчера была лишней. Я купила нам костюмы для ролевых игр. Сегодня ты Дюба. Неожиданный метод воспитания, мамуль. Как есть, сын, как есть. Такая мама вообще, да, нет. Скоро сессия. А ты что-нибудь учила? Да хоть же Жан-Клод Ван Дам. Зови, сказала. Не дам. Что за бредятина? А что если нам все бросить и уехать жить в Индию? Странные у вас условия для принятия на работу. Конечно. Ну, то есть вы согласны? Ну, то есть я, наверное, подумаю. Ну, то есть вы не взяты. Оля, а что за карлики моются в нашей ванной? Знаете, вот мы вот посовещались, и вы нам не подходите, как новый учитель физкультуры. Что вы курите? У меня не было секса 4 года. Есть варианты? Хватит уже о работе с своими вариантами. Свидание было супер. А почему ты меня не поцеловала? Мы с тобой всего лишь комнату снимаем. Мне это не нужно. Зачем ты ходила на свидание со мной? Потому что мы снимаем комнату. Мы ходим в одну комнату. Логично. Нет? У дивана сломанные ножки. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Это касается только меня, тебя и того бомжа. Ясно? Ты был с Валерой? Валера. Ты опять Валеру приглашал? То, что произошло между нами, было ошибкой. Спокойно. Не мама разрешила. Папа, а что такое похмелье? Надо меньше смотреть зомбоящики. И ты на них узнаешь, что это такое. Привет, перезвони как сможешь. Я нашел твои трусы. О боже, я надеюсь, ты ошибся номером. Я надеюсь, что нет. Скинь точно адрес, я выехала с алкоголем и двумя девчонками. Не вздумай больше так меня пугать. Когда ты уже приедешь? Я баньку растопила. Доча, я твой папа, выбирай выражение. Ой, бать, и что, жопу помыть не приедешь? Ну вот я вообще не думаю, да, вот вообще все прилично, вот самое приличное сообщение. Сегодня на маникюре мне отрезали палец. Какая разница? Я не приду. Какая разница, мальчик или девочка? Пусть приезжает. Какая разница, большой или большой, маленький или средний, блин. Почему ты мне никогда не платила за секс? А я не знала, что любовь может быть такой жестокой. Не могу найти закладку. Звучит как название какого-то фильма ужасов. Да. Это ужасно. Да, это ужасно для кого-то. Она просит меня сесть на лицо. Что делать?
Виктор, просто верни трусы. Нет, ты вопрос задаешь. Ты забрал мой страпа? Этот вопрос задается мне, у меня. Почему? Ты можешь просто засунуть свое мнение поглубже и ничего мне не писать. Верните страпа. Она все узнала. Кому-то еще говорила о нас. Ну сам подумай, это сын мэра. Нахера этому сыну мэра, блядь, говорить про нас? Не знаю. Сейчас видела по телевизору тебя. С тобой все в порядке. Давай поподробнее. Хочется погрузиться в это побольше. Так. Что скажешь насчет секса втроем? Это все твои сексуальные фантазии. Ну а зачем-то говорить на камеру-то об этом всем? Не знаю. Эта ночь была одна из самых прекрасных в моей жизни. Не подходи ко мне. Имей в виду, я ношу с собой перцовый баллончик. Страшненько. Почему ваш телевизор показывает только каналы для взрослых? О, мне нравится. А к чему идет дело? Хер знает, к чему идет дело. Вы на что-то намекаете? Ты уже там мне все показала, все ответы. Да погодите, давай. Здорово. Короче, была у врача, мне сказали, у меня больше не встает писька. Что делать с писькой? А вот ты точно была у того врача? Она говорит, не встает. Пришли твои анализы, думаю, времени настолько мало, что ты даже не дочитаешь это сообщение. Все, нет писька. Давай будем жить вместе. Мне нравится, как ты готовишь. Если осталось видео, скинь мне. Как ты готовишь или как? Нет, что-то другое. Еще чуть-чуть, и он меня разденет своим взглядом. Еще раз напиши сюда, я тебя тоже найду. Раздену. Принеси, пожалуйста, туалетную бумагу. Я в туалете. Просто попробуй закрыть рот. И оттуда ничего больше не пойдет. Привет. Мой муж увидел меня с тобой. Нам такой расклад ни к чему. Вообще ни к чему. Я пишу Оксане сообщение. Вернее, не я пишу, а ей пишет неизвестный абонент. И проверим, как моя будущая жена на него ответит. Здравствуйте. Это ваш лечащий врач. У меня для вас плохие новости. Вообще-то я думала, это для собак. Ну давайте попробуем. Мне вчера звонили мошенники, теперь у нас нет квартиры. Сначала плакала, теперь смеюсь. Ну, ты похожая история жизни. Да. Как она в жизни? Посмотри на небо. Там облака в форме сисек, как у тебя. Да никаких проблем, но я просто видела твою справку. Ты не знаешь, где можно купить оружие. Мне нужно посоветоваться с семьей. Если ты, конечно, понимаешь, о чем я. Если бы мне каждый раз платили, когда ты мне изменяла, то я бы стал миллионером. Тебе не стыдно? Абонент вышел из чата. Ответь мне. Я для тебя что-то значу. А ты, собственно, кто? Спасибо. Спасибо, да, все понятно. Дорогая, сегодня будет самый лучший день в твоей жизни. Супер. Где расписаться? Идеальный клиент.
Давай еще раз. Что сказала бы для тебя распределительная шляпа в Хогвартс? Странно получать такие сообщения от мамы. Ну ладно, я согласен. Иди. Куда там? На. Можешь занять мне денег на увеличение вот этого самого. Да с твоим животом нельзя на американские горки. Ну хочется, хочется, если... Да ну нельзя! Захочешь пошалить? Звони. Галя, у нас отмена. Отменяй все. Твои таблетки точно были от головы? А то моя ложка для обуви просит, чтобы я переписал на нее квартиру. Лучше бы вы удочерили кого-нибудь другого. Вообще-то ты мне обещал ночь любви, скоро 12, ты где? Заруби себе на носу. Я не проститутка. Блять! Почему? Я работаю няней. Ребенок сбежал. Родители будут через час. Что делать? Не стесняйся. Расслабься. И получай удовольствие. Действительно. Я разбил машину отца. Что делать? Ну ты душнила. Нифига себе, блин, я еще и душнила, блин. Я не душнила, я крашер. Крашер. Что показал тест ДНК? Ребенок от меня? Папа, ну хватит меня подкалывать. Прямо сейчас я буду снимать трусики и думать о тебе. Можно было сразу сказать, я был всегда за. Так, товарищ, результаты анализов готовы? Не выходите из дома. Ни слова больше, скоро буду. Из-за тебя я перепутал слабительное с успокоительным. Обосрался, но спокоен. Вот это тебя накрыло. Бро, по поводу того стояка в душе, это останется нашим секретом. Фу, какая гадость, мам. Сегодня мой ДР. Я хотел пригласить только друзей, но они отказались, поэтому приглашаю тебя. Ты приедешь? Фу, я думала, в нашей семье не будет трансгендеров. Причем тут это? Я не знаю. Да я... Давай в следующий раз я буду сверху. Я всегда знал, что я твой сын. Не говори это. Я сегодня подаю на развод. О, это пишешь ты или твой член? Это пишет мой мозг. Мозг, у тебя его нет. Нет. Купи. Купила хлеб, молоко, селедку, муки, презервативы. Еду к тебе. Все, конечно, хорошо, но твоего мнения никто не спрашивал. Здрасте, я чтоб купила. Я хочу, чтобы у нас было 5 детей. Как только я это прочитал, сразу возбудился. Больше не позову тебя в гости. Зачем ты надела папина нижнее белье на голову? Слушай, ну позвони с таким вопросом лучше по телефону доверия. Вот, кстати, хороший совет даже. Вот действительно, вот игра «Неизвестный абонент» дает советы, которые даже не каждый психолог может дать. Ну, еще когда доктор вернешь. Из-за этого ты ушла с работы домой пораньше. Да. Лучше бы работала, я все равно тебе не верну его. Карточка упала, значит проиграла.
Фу, а ты помнишь, как мы тогда от охранников в торговом центре убегали? Это уже третий раз на этой неделе. Я не то, что не помню, я, блин, забыть это хочу уже. А не получится. Так, прямо сейчас я снимаю трусики и думаю о тебе. Блядь, да мне после того еще раза жопа болит. А ты худший любовник в мире. Ты? Не самый подходящий момент. Я валяюсь после пьянки. Напротив меня в метро сидит обезьяна. Сразу вспомнил про тебя. Это его жена. Он еще спит. Если нужно, я могу приехать. Побыть той обезьяной. Ну давай, поезжай. Что сказала бы про тебя распорядительная шляпа Хогвартс? Попробую предложить подорожник. Может, пройдет. Я в суде, ты можешь оплатить мне адвоката? Вообще-то полицейский себя так не должен вести. Тут крайне критичная ситуация. Я заказала пиццу с ананасом. Ты приедешь? Ненавижу тебя, не пиши мне больше. Блин, почему? Пиши. Потому что пицца с ананасом. Так. Я думаю, что нам сегодня с тобой нужно напиться. Ты живешь со звездой. Привыкай. Согласна. Я работаю няней, а ребенок сбежал. Родители приедут через час. Что мне делать? Беги, Форест, беги. Хороший ответ, да? Пришло время поговорить о половом воспитании. О, я только за такую мужесть прошу. Ладно, ты не пугайся. Я сделала татуху на письке с твоим именем. Вот смотрю на тебя и думаю, дура. Я хочу, чтобы у нас было 5 детей. Но сегодня 5 не получится. Просто не хочу видеть твою физиономию. Купила хлеб, молоко, селедку, муки, презервативы. Еду к тебе. Видимо, зря мы сдали тебя в зоопарк. Здравствуйте, это ваш лечащий врач. У меня плохие новости. Думаю, эту темку можно обкашлять. Меня выгнала моя девушка. Можно я поживу некоторое время у тебя? Да, ты слишком поздно написал. Я уже как 3 месяца назад родила. И чё, блин? И чё, блин? Привет. Моя жена увидела меня с тобой. Что делать? Да меня только запах смущает. Ты всё, что любишь? Больше ничего, блин? Нет. Давай вообще будем жить вместе. Мне нравится, как ты готовишь. А ты мне точно за это айфон подаришь? Конечно. Еще чуть-чуть, и она меня разденет взглядом начальница. Титушка, перестань мне писать такие сообщения, ты меня пугаешь. И вообще, если я скажу, что я лесбиянка, ты на меня, ну, сильно обидишься? Ну, я скажу тебе, что ты должна быть всесторонне развита, даже сзади. А если я там разобьюсь? Нормально будет? Встречаемся на нашем месте в то же время. Да вообще без проблем, выезжаю к тебе. Оль, помнишь? У нее, оказывается, сифилис. Я подтвердил тебе взаимности. Но я даже, слава богу, не знаю, кто ты. Мам, зачем ты зарегистрировала меня в одноклассниках? Да, блин, сын, я не специально, я просто перепутала таблетки. Эффект мне нравится. Свидание было супер, а почему ты меня не поцеловала? Ой, надо не принимать это близко к сердцу. Птичка с птичкой, тигр с тигрой. А ты еще найдешь своего гоблина? Чего ты переживаешь? Все хорошо.
Ну ты дал жару вчера, тебе все были в шоке. Абонент добавил вас в черный список. Слабак. У меня не было секса 4 года. Есть варианты? Зачем? Это же был мой дед. А что, если нам все бросить и уехать жить в Индию? За деньги, да. Да. Давно наблюдаю за тобой и хочу пригласить тебя в кино. А это было последней каплей. Ты уволен. За что, блин? Не могу найти закладку. Нет, не надо, я видел тебя в бане. То, что между нами произошло, было ошибкой. Тебе смешно, а мне сидеть. Теперь, блин. Чефир пить. Друзья, ну вот мы перебрали все карточки с вопросами и ответами. Надеемся, что вам эта информация была полезной. Да, информация. Чего ты чешешь ты? Давай по-другому скажем. Мы считаем, что данная игра будет достаточно интересной для компании. Для большой, дружной, веселой компании, обладающей шикарным чувством юмора, которые ищут что-то новенькое, интереснее. Приключения на свою жопу. Да. Особенно. Нет. Которые компании ищут приключения на свою жопу, им так интересно в этой жизни. Но для тех, кто все-таки боится за свою жопу, потому что она много где побывала, вот, и ну как-то чуть-чуть ее подстраховать, можно поиграть вот в эту игру. Ну, чтоб жопа сильно не болела. Вот. Ну, а так, ну, в принципе, передохнете, поиграйте в эту игру и можете дальше развлекаться со своей жопой. Дальше. Ну, все. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока-пока.